Алексею Николаевичу. Так. Ага. Все нормально. Здорово, да, когда все-таки произвольные программы, короткие программы становятся просто хитами. Их, именно их требует народ, чтобы показывали на показательных выступлениях. Потому что произвольная, короткая, это настоящее фигурное катание. Там ужимки или еще что-то, там какие-то предметы не нужны. Лучше спорта ничего не может быть. Они, вы знаете, я не претендую. Дело в том, что, к сожалению, моего косноязычия, конечно же, не хватит, чтобы убедить тех, кто не любит спорт, что спорт – это... Что спорт – это жизнь, что спорт – это что-то невероятное, и что фигурное катание – алмаз в этом мире, в мире спорта. Но я считаю, я могу сказать только одно. Человек, который не чувствует и не знает, что такое спорт, это неполноценный человек. Евгений Плющенко, последнее слово московской публике сегодня. Но когда мы вас еще увидим? Даже, да, конечно, чемпионат России будет в Казани. Такой праздник сделали. Море народа, море. Давно не собиралось на фигурном катании такое количество людей, поэтому я имею в виду в Москве.
Последнее Женина слово. А это уже кусочек из нынешней произвольной программы. Извините. Женя очень быстро объяснил, что не так. Проезжай мимо спокойно, спокойно. А мы, собственно, и не нервничали. Подобрал ошметки, которые остались от соперников, растерзанных еще после произвольной программы. Немножко не угадывают сегодня звукорежиссеры. Алло, говорит Плющенко. Вы не могли бы поставить другую часть моей произвольной программы? Это тот самый Плющенко? Да, тот самый Плющенко. А вы дадите нам автограф? Да, когда зайду за диском. Супер. Ну и Корнелюк опять же прославился. Помнишь, мы рассуждали? Помню. Насчет музыки произвольной программы. Видимо, ему что-то здесь писали. Так и оказалось. Ну вот, собственно... В полной тишине опять. Да, это было красиво. Евгений исполняет медленную часть произвольной программы. Вот, собственно, и все, что хотелось по этому поводу сказать. Ой, облившись бальзамом, окунувшись, нырнув в искусство, придется возвращаться к тяжелым будням, Маша. Дорогие друзья, встретимся в следующий раз, наверное, снова на фигурном катании. Ну, а сейчас... Парад участников. Да, скажем друг другу до свидания и спасибо всем вам, что вы есть.